Здорово, дорогие друзья, меня зовут Аркадий, это рубрика «Пятничные забивки», и сегодня мы поговорим о том, о чем эта рубрика. Эксперименты, забивки и теория. Начинаем! Начнем с эксперимента. Сегодня мы будем говорить немножко об обаянистой теме, но вчера я опять это услышал, был у врача, он мне говорит: ты куришь кальяны, это хуже, чем 100 сигарет. Нет, это не так, и мы сегодня это в очередной раз докажем, есть куча видео, но я в Египте прикупил такие фильтрики, поэтому почему бы их не использовать. А теперь к миксочку. Мы будем сегодня собирать ассоциативный микс, то есть микс, построенный на ассоциации к чему-то. Сегодня это будет вот текущий день. Холодная погода, заканчивается лето, но еще есть фруктики, и зима близко. Для забивки, как вы видите, мы будем использовать обычную гармошку от Gusta Balls. И миксочек мы разделим на две части. Первая часть — это такая вот ностальгически актуальная, а вторая больше идет на опережение событий. Поэтому нам понадобится 30% черники от Аравака. Это летняя ягода, которую все еще можно купить. Также зеленое яблоко от Алохи. Яблоко, оно как бы и летом, и осенью. Поэтому это вот та фруктовая часть, которую можно купить. Единственное, что у этих двух вкусов не хватает кислинки. Ее мы подчеркнем за счет нахловского холодного лимона с мятой в размере 10%. Перейдем к второй части нашего микса. Это чайная история. Мы будем использовать жасминовый чай, который напоминает нам о том, что осень, мы уже хотим согреться, пьем чай. И карак-ти. Это специи с доминирующим кардамоном. Мы его положим буквально 10% для того, чтобы вот он нам где-то вдалеке напоминал о том, что зима близко, Глинтвейн, Прага, все дела. Поэтому давайте забивать, пододвигайтесь ближе, и мы начинаем. Ну все, фоточка в Инстаграм сделана. Можете переходить туда, смотреть каждый четверг тизеры. А мы закончили с забивкой. Сейчас ставим ее на кальян. Греем уголечки и возвращаемся к вам. Не переключайтесь. Ну что, ребят, наш кальян прогрелся на трех углях. 5 минут. Перед тем, как взрывать, я вам расскажу о ассоциативной вот этой вот самой миксологии. Ассоциативная миксология — это направление, которое ставит своей задачей попасть не во вкус, а в эмоцию. Наша задача — сделать такой вкус кальяна, чтобы у человека вызвалась эмоция или воспоминание. Мы можем базироваться на воспоминаниях, либо на ассоциациях. Условно говоря, мы тут собирали... Нельзя собрать осенний день. Мы собирали мысли о том, что лето закончилось, но сейчас начинаются холода, и где-то скоро будет зима с Новым годом. Вот, собственно говоря, все. Пример достаточно простой, но можно собирать все, что угодно. Давайте пробовать. Прежде чем пробовать, возьмем наш прекрасный мундштук, выкинем вот эту пачку. В Украине мы такое не достанем, но... Ух ты ж, блин. Вот запаковали. Лучше бы вот такие штуки делали вместо вот этих сладких мундштуков, которых всем... Знаете, тут немножко глупо говорить о том, что тут отыгрывает, как, что дает именно по вкусам. Тут важно говорить о том, какие эмоции оно у меня вызывает. И... я действительно вот погружаюсь в вот эту осеннюю атмосферу. Не только потому, что на улице холодно, а еще потому, что я чувствую вкус ягод, вкус яблока, которые заканчиваются. Отчетливо чувствую вот эту вот небольшую нотку специй, и это все вызывает у меня в голове бурю эмоций.
И тут очень важно действительно помнить, что это нужно еще и правильно подать. Потому что если вы будете выносить что-то своим друзьям или гостям в таком формате, то нужно сразу рассказать историю. Ну или вы можете зачитать стихотворение Пушкина. «Буря мглою небо кроет». «Буря мглою небо кроет, вихры снежные крутя, то, как зверя назовут, то заплачет, как дитя». Минутка русской литературы. Очень важный элемент осеннего кальяна – это теплый кот, который греет ваши лапки. И по поводу крепости мы еще не сказали – это легкий кальян. Тут без табаков, в принципе, все понятно. Не забываем о том, что это ассоциация, и про нее много не рассказать. Но я уверен, она вам понравится. Это получился отличный осенний кальян. Поэтому переходите в описание, там есть вся процентовка. Покурите сами, предложите друзьям и поймите мое ощущение осени. Давайте вернемся к нашему эксперименту. Мы покурили на этом чудо-фильтре минут 15-20. Что я могу сказать? Он абсолютно белый. А по логике всех это уже сигарет 20. Поэтому давайте не забывать, что есть мифы, а есть правда. Курение это в любом случае небезопасно, но кальян все-таки лучше, чем сигареты. А еще эта штука безумно убивает тягу. Просто в ноль. Дайте вот сравню хоть на нормальной тяге. Небо и земля, ребят. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу ассоциативной миксологии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится котейка. Бейте в колокол. С вами, как всегда, был Аркадий, канал Sweet Smoke, рубрика «Пятничные забивки» и «По стариночке». Курите правильные кальяны, смотрите правильные обзоры. И до скорой встречи в следующую пятницу. Пока-пока.